Добро пожаловать на землю российскую. По русской традиции отведайте каравай, знак дружбы наших стран. 200 японских военных моряков встретили во Владивостоке хлебом да солью, все согласно русской традиции. Кораблем-хозяином визита выступил большой противолодочный корабль ТОВ «Адмирал Виноградов». «Хамагири» — один из трех кораблей 15-й эскортной флотилии. Уже в субботу эсминец примет участие в учениях «Сарекс-2017». Об особенностях взаимодействия на море рассказал и представитель японских сил самообороны. Что касается содержания учений, планируется проведение поисково-спасательной операции. Наши условные пострадавшие будут играть роль пострадавших от действий пиратов. Также нас ждут операции на борту корабля, учения по связи и многое другое. Взаимодействие военных кораблей Японии и Тихоокеанского флота – важная часть сотрудничества двух стран. В этом плане у Владивостока давние и прочные связи с городами Японии. А традиции дружественных заходов во Владивосток кораблей сил самообороны Японии насчитывают около 20 лет и успешно развиваются. «25 ноября вместе с БПК «Адмирал Виноградов» «Хамагири» приступит к морским учениям. Эти совместные учения станут 17-ми для сил самообороны Японии и ВМС России. Во время стоянки эсминца моряки двух стран проведут товарищеские матчи по футболу, волейболу и настольному теннису. Подняться на борт эсминца страны восходящего солнца смогут в эти дни жители и гости Владивостока. Олег Завьялов, Евгений Черемухин. Новости на Восьмом.